вы зачем жжете-то? Зачем жжете, говорю? Зачем жгу? Да. Я, наоборот, мусор жгу. Ну, я вот вижу, что вы убираете, а такой способ утилизации странный выбрали. Ну, вонище же идет на все. Сейчас. Братишка, я выключу скоро. От силы 10 минут и все. Ну. А вот что у нас, весь город задыхается, вы же читаете. И от силы 10 минут. Вот ваш кобяк вот туда весь идет. И на церковь, и на парк. Ну, ребята, ну извините, ну я об этом как не подумал. Обычно вот оно вдоль Волги тянет туда. А ну, сегодня вот тишь, ветра нет. Вот так. Ну, собрали бы, если уж такой позыв у вас идет, мешок какой-нибудь, да, оставили. УДХБ там или кто приехал. Нет, по-честному, знаешь что? Я проволоку отжигаю медленно. А, ну я вижу. Во. И они тоже там. А это мусор сам по себе, я его сжигаю. Ребят, извините. Ну что? Понятно. Извините, да. Я в следующий раз буду знать. Я буду вон на песочницу сюда уходить. Да в следующий раз не надо этого делать. Вы не вообще понимаете? Не надо. Вы понимаете штраф какой за это? Догадываюсь. Ну. Догадываюсь. Вот. Весь город, мы сейчас вот ночью ездили, и промышленные предприятия жгут, и все жгут. Весь город ночью вздыхает. Сами же, наверное, чувствуете этот запах. И вы один из таких людей, который вот это вот все создает. Куда вот это? Дети задыхаются.